Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Это моя третья попытка снять видосик по этой игре. Потому что до этого у меня игра крэшилась, вылетала именно когда я нашего нового юнита испытывал в боях. Надеюсь, после обновления, которое было сегодня, все исправят. Так, давай начнем, наверное, с наград. Заберем по-бренькому здесь все, что у меня накопилось. Так, тут у нас что? Два билетика получил. Два билетика. Так, в магазине. Сейф заполнен. Так, дайте-ка мне посмотреть. Бесплатно. Две шоколадки. Военный сундук. Ну, так себе лутик. Легендарный ящик. И получается, что все, да? Ну что, ребята, переходим к обзору нового юнита. Вот он. Это у нас львиное сердце. Это у нас, я так понимаю, спасатель. Вот, ребята, у спасателей. Все спасатели, это если брать в команду двое, все спасатели на поле боя получают сопротивление огню. Если трое спасателей, то медкит снимает отравление со всех юнитов. Если фул команда, то все юниты на поле боя получают иммунитет к отравлению. Ну, я тебе скажу такое себе, да? Что он может, ребята? Здоровье у него, это на фул прокачке, здоровье у него 111 единиц, урон 63, удача 71 единица, неплохая, кстати, удача. Скорость шестерочка, не очень быстрый, и время появления 35 секунд. У него есть прямое управление юнитом, то есть мы можем взять и управлять его, то есть заставить идти в какое-нибудь направление и так далее. Отталкивает противников, видимо, вот этим вот ломиком. Плюс у него идет защита от огня, как у истинного спасателя. Ну и защита от стрелкового оружия. Так, как видишь, у меня вот такая вот команда. Я ее пытался протестить, но еще раз говорю, ребят, игрушка просто вылетала. Пробовал на арене играть спасателями и скажу тебе следующее. Отстой. Просто, ребята, отстой какой-то, я не знаю. Мы потеряли связь с вами, свяжитесь как можно скорее. Непонятно, что это было, нажал там какие-то данные. Так, что у нас здесь есть? Особое приложение, эксклюзивное. И все, да? Ну что, давай, жалко, события никакого нету. Хотя, почему нету? Так, слушай-ка, билетик. Walmart. Это, по-моему, супермаркет, насколько я помню, да? Угу. Точно, друзья мои, это супермаркет у нас. Ой. А что это? Разве так должно все это быть? Я там... Воу! Да подожди! Да не так же все должно быть-то. Дай пулемет возьму. Эй, что-то как-то слишком, по-моему, круто, ребята. Не так все должно быть. Команда какая-то еще тоже непонятная. Ладно, давай возьмем тогда немножко другую, наверное. Тут, скорее всего, нам придется взять турелечку, Соньку, скорее всего. Так, погоди секундочку, сейчас мы поменяем команду. Так, как ты видишь, вот такая команда у меня была из трех спасателей, и я тебе скажу, что это полная фигня. Так, давай-ка мы с тобой сделаем, знаешь, какую команду, которая у нас была раньше. А раньше у нас была состоящая из трех сватовцев, да? Раз. Так, два. И... Кого мы ставили? По-моему, стражника. Ну что, попробуем. Что у нас из этого получится в бой? Я-то не помню. Точно у меня был автоматчик, а не огнеметчик или там был? Но... Ну?
Парень, смотри, как круто, а? Замечательно. Получи, такой там еще орет. Получи, фашист, гранату. Второй этап. Ой, а что я сделал сейчас? Проиграть? Зачем я нажал проиграть? Я думал, что это ускорить. Ай-яй-яй. Нужна поддержка, кричит там. Все, сгорел дотла. Ха-ха-ха. Ну, ты понимаешь, да, сам, что я уже нажал на проиграть. Поэтому здесь хороших итогов можно не ожидать. Да, огнеметчик крутой. Перезаряжайся, там кричит. Ха-ха-ха. Перезаряжалка. Ну-ка. Ах, этот Вилли, ах, этот Вилли, друзья мои. Консервы. 4 победы. А мы сейчас, получается, с тобой, по-моему, в самой высшей лиге. Насколько помню, в высшей десятке здесь ничего и нету. Здоровячком. Дыщ, дыщ. Нет, бро, тебе не пробить моего стражника, мясничка. Ну, давай дальше. Ты заметил, что этот даже не может пробить моего щитовика? Он бежит с кувалдой, он даже ничего ему не делает. Замечательно. Видишь? Не, ну тут уже нормально так нанес урона, но все равно не так много. А, у нас еще один щитовик. Один погиб, второй вышел. Два щитовика, это что-то с чем-то. Сколько здесь нужно? По-моему, 10 побед. Но я одну пропустил, ребята. Оу. А нам по барабану на эти взрывы, да? Оу, сгорел. Здесь фейл, друзья мои. Вот так вот. Ай-яй-яй. Офигеть, два командира вышли. Нет, ну тут мы с тобой не получим новый уровень, насколько я могу понимать. Пошли, пошли, пошли. Такие вдвоем. Вдвоем. Так, а кто вот этого подбил? Автоматчик, что ли? Так далеко бомбанул. Красавчик, если это так. То есть, ну, группа захвата, действительно, ребят, это просто какая-то имба. Да? Сват вот этот вот. Это... очень серьезная, сильная команда. Так. Ах ты уродливая. Один с побед. 220 монет получаем. И ранга, по-моему, нету. Не дают нам. Так. А что это такое означает? А, это, не пойму, это ранг или что это такое? Ну, ты видишь, что я в данный момент здесь стою на первом месте. Окей. Так, давайте теперь посмотрим команду спасателей. Ну, в принципе, многие, наверное, хотели бы глянуть, что из себя представляют спасатели. Поставим сюда снайпершу. Снайпер. Кстати, Эбби теперь боец ближнего боя написали. Прикинь. Не знаю почему. Ну, вот так вот. Значит. Блин, Эбби как-то. Подожди, не в тему. Давай, наверное, вот так вот попробуем сделать. И копье возьмем. Давай посмотрим вот такую команду. Я думаю, никто не будет против. Сейчас глянем. Инженер. Бэмс. Ну, я бы тебе не сказал, что у него прям офигенная там защита. Именно... от огнестрела.
Нет. Снайпер пробивает его очень даже хорошо. Только что сейчас было этому пример. А вот этой, да, вот этой действительно по барабану на все выстрелил. Я не знаю, почему. Она просто бежит, и ей пофиг. Хоть снайпер там по ней бомбит. Вот в ближнем бою, да, она... О, вот эта команда... Эта команда, да. И посмотри, и все равно, ребята, она очень крутая. Очень крутая. Вот эта вот бомбенка, которая сейчас была. Ну! Давай ты... Трындец. Че тут-то замешкался? Там идет там... Фиг знает, в штаны наложил просто. О, видишь. Даже не знаю, что и сказать. Ну тут вообще легко запинали их всех. Вообще легко. Блин. Я даже не знаю, кого тут заменить-то лучше. Да, она очень долго размахивается, ребят. Очень. Ну что, ты там 3 часа за... 3 часа перезаряжает, пока выстрел сделает. Нет. Снайпершу даже можно заменить здесь, мне кажется. Она горит. Да. От отравления. А у меня такой следующий вопрос. Если от отравления, где у нас юниты, которые могут отравлять? И я даже, честно говоря, зомби-то не помню, которые могли бы отравлять. Сгорело там в конце. Поэтому команду строителей брать, как кто-то мне написал в комментариях. Рэй, возьми команду строителей, она типа топовая. Ничего подобного, ребят, нифига она не топовая. Вот ей по барабану на выстрелы. Вообще пофиг. Вилли. Тут моментально разобрались, как бы. Вот, в принципе, такой, ребята, юнит. Он медленный. Он медленный, да. Он еще, кстати, огонь распыляет. А если ты, конечно, этого не заметил. Но урон против огнестрела у него слабый. Точнее, не урон, а защита против огнестрела у него очень слабенькая. Поэтому его как запинывают в легкую. Остальные все юниты, в принципе, нормуль. Все превосходно себя чувствуют. Угу. 9 побед. Вот это была подстава. Ты видишь, когда он подбегает и взрыв находится, они все вкучкуются и взрываются, соответственно, все. У Свата таких проблем вообще нету. Он, у них иммунитет от взрывов, от огня, вообще какие-то, я не знаю, топовые. Просто топовые. Ну тут крышка, потому что этот расстреляет. Воу, ха-ха, снайпер, ты крут. Молодец, не ожидал, я думал, сейчас этот начнет с дробовичка там шмалять, будь здоров, но видишь. А вот здесь вот уже, все, ребят, здесь. Да ладно, просто удивляет меня. Как она одна справляется с такими бизонами, у которых защита от огнестрела офигенная. О, тут даже со скинами. Нет, все-таки, ребята, по ней урон наносится. Не понял, это что-то... Вот это что сейчас было? А что сейчас было? Почему она в огне стояла и не горела при этом? Одна копейщица тут разобралась просто на изи со всеми. Ну, как ты видишь, 14 побед. А мы здесь одержали 4 жетона. Ну, о никаком там повышении у нас, по-моему, и речи быть не может. Осталась лига 10. Ну, по-моему, 10 это максимальная, насколько я могу. Опачки, меня скинули по очкам, прикинь. Давай-ка попробуем это дело исправить. Убираем вот это все. Сват. Давай сюда. Стража. Стража вот сюда пойдет. И автоматчик.
Погнали. Посмотрим, что у нас из этого получится. Ты смотри, 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 он тоже, кстати. Вопросик у меня сразу назревает, друзья мои. Да что? Почему у него сильнее? Ё-моё, ты посмотри. Зашибись, а. Я могу только тебе одно сказать. Ему просто повезло, что у него выпал нужный ему чувак. Ну и что вы стоите? Странно. Ладно, сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Если что, можно будет еще раз переиграть. О, тут еще один щитовик вышел. Здесь замечательно. Жалко, нельзя как-то ускорить это все дело. Ну. Да что с этим автоматчиком-то делать? А, это все, я понял, ребят. Я в шоке. Может быть, нам вместо этого, вместо вот этого взять кого-нибудь другого? Ну, хотя он дает им скорость и все там подобное, понимаешь? Зажарился чувачок. Я все-таки считаю, что SWAT здесь одна из самых сильных команд, которая сейчас вот в данный момент может действительно офигенно разруливать на арене. Если кто со мной не согласен, пускай напишет в комментариях свою команду, которая считает, что она может вырубить SWAT, и мы... А как мы ее протестим, я не знаю. Мы не будем против SWAT, а мы просто возьмем ее, да, и проверим. Потому что у них уязвимость от огня, от гранат. Плюс еще, смотря кто придет, например. Ну вот Вилли, да, Вилли это, конечно, тут еще паршивец. О, есть еще делать, электричество своим. Но опять же, его разносят. Тут еще, правда, уровень маленький, 9-й был. Противник 9-го уровня. Знаешь, смотри, бежит. Видел, даже копейщица не смогла пробить. Ну, вдвоем-то они, конечно, запинают. Я вот почему, ребята, я и хочу, чтобы у нас было обновление не в юнитах, а обновление именно в новых локациях. Просто хочется поиграть на новых локациях. Потому что на старых мы уже все прошли вдоль и поперек, везде по 3 звездочки. Поэтому, ну, как бы, ну, нет смысла, ребят, здесь на одной арене играть, ну, неинтересно. Потому что у меня деньги есть, ресурсы у меня есть, как бы зарабатывать нету. Раньше, когда мне нужны были деньги, есть такой персонаж здесь, Вилли. Вилли же, по-моему, его звали, да? Вор. Нет, не Вилли, его как-то по-другому звали. Вот я фармил уровни там золото, вот это да. Ну там потому что я знал для чего, куда и что. Там приходилось так делать. А здесь сейчас, ну, ресурсы есть, деньги есть, поэтому как бы я жду новые локации все-таки. Ну все, тут запинали. Но в принципе, наверное, вот это вот у нас бой сейчас пройдет, и я буду закругляться. Больше мне здесь рассказать-то вам, грубо говоря, и нечего. Просто один запинал всех своей дубинкой шоковой. Воу-воу-воу, быстро они тут запинали. Тихо-тихо-тихо. Нифига она там наяривает, прикинь. Ну, скин, я понимаю, так не дает никаких привилегий, да? Он просто скин. Пошли, 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 вдвоем такие. Пошли, пошли, пошли.
Трищ, просто куски, ошметки там летят. Вон, гранадир, вон, по барабану, видишь? Взрывы проходят, ему пофиг. Карлос. Местный мафиозник отдуплился. Ну и дальше проходим. Сколько там? По-моему, еще один поединок остался, и все. Или тут их 20 нужно? Я уже не помню, если честно. А, мы же еще хотели посмотреть. Вот, 17 побед, 2 жетона, 40 монет. 40 монет. Представляешь, сколько нужно фармить, чтобы, например, приобрести какого-нибудь персонажа за 20-30 тысяч. Ну, это жестко. Так, ну вот я на 17 месте. Нет, можно было бы, ребята, повоевать. Я больше уверен, что я бы здесь выиграл в легкую. Но надо с этим заморачиваться. Так, тынь-тынь-тынь-тынь. 189 тысяч у меня голды. Так что мне хватит еще на много персонажей, которые будут появляться в игре. Но я говорю, мне хотелось бы получить новый уровень. Так, 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 так. Окей. Все, ресурсы мы взяли. Шоколадка получена. Вот здесь я хотел посмотреть кое-что. Так, старт. Команду поменяем. Выбираем вот это вот. Да подожди ты. Нет, это, наверное, или убирать его. Я знаю, что здесь, скорее всего, нам понадобится турель. Турель есть? А, здесь. Вот она, вот она, турель. Выбрать. Ну, поставим ее вот сюда, вот, да, вместо этого. Кто у нас там еще? Механик, в принципе, пока не нужен. Этот против огнестрела, но у нас там нет таких. Так, реанимация, да. С кувалдой. Ну, в принципе, как-то вот так вот. Давай попробуем. Посмотрим, что у нас получится вот из этой команды, если вообще что-нибудь получится. Энергетики есть, это все есть, так что... Так что все должно быть нормально. М? Бегут. Давай так вот сделаем. Так, я уже забыл, что вот это нам дает. Если честно. Так. Электрический, электрический там, слышишь? Гудят. Реанимация, пускай бежит. А она чисто реанимацией занимается, она... Ага, она лечит, смотри. Я могу в спину. Оу-оу-оу-оу-оу. Смотри, 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 что там идет. Давай обстрел. Смотри, она там... Офигеть, как долго это... Залечивает, сейчас волна будет. Так, пора тут, наверное.
О, сейчас будет. Ты посмотри, 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 что там творится. Оу, сейчас запинают, да? Ну тут, ты посмотри, сколько их. Ты посмотри, сколько там их идет. Это жесть. Тут, не знаю, как выстоять против них. Не, я раньше помню, против вот этих вот бегунов синих выставлял бочку. Они когда бегут, они же сами по себе хрупкие, они в эту бочку врезаются и разбиваются. Вот, остался один день. Тут смотри, 642 тысячи. Ты можешь себе представить? 642 тысячи набить. Это надо в этой игре жить. Ну, посмотри, я за один бой набрал 320. Всего лишь 320. Мне нужно сыграть 3 боя, грубо говоря, да? Чтобы получить всего лишь 1000. Теперь представь, сколько мне нужно сделать, чтобы отыграть 642 тысячи набрать. Ну, тут одно из двух, ребята. Либо кликеры сидят. Есть такая штука. Не буду вам рассказывать, как здесь все это работает. Либо просто такой задр, который сидит, я не знаю, там, и ничего больше не делает. Просто сидит в игре. Не ест, не спит, просто дрынкает. Вот. Ну что, я тебе скажу про сердце льва, да, вот как по персонажу. Кстати, у меня же открылся. Вот, ребята, легкие зомби, но фатальные для всех вокруг в малом радиусе. У меня погибл медик. И вот она стала вот в такого зомби. Я думаю, ты успел увидеть ее, да? Как она идет. Итого у меня получается... Подожди, на 31 странице все равно зомби нету, да? Кто-то мне сказал, что Эбби нужно, чтобы она превратилась в зомби. На 31 или 35? Нет, 31 все-таки. Да. Что Эбби, если ее... убьют, и она превратится в зомби. Вот он будет здесь, новый. Ну что, друзья, а на этом я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!